Василиса – новая звезда нашего телеканала. Зрители Тверского проспекта видели ее блестящую игру в роликах, посвященных Новому году. О том, как мини-пик попала к нам в студию и каких стоило усилий снять красавицу на камеру, об этом смотрите прямо сейчас. Василиса – начинающая актриса, и съемки для нее проходили в необычной обстановке. Пришлось приложить много усилий, чтобы исполнить творческую задачу. Хозяева привезли Василису заранее. Как только подопечная освоилась, сразу началась работа. Мне кажется, она способна любую логическую задачу решить для того, чтобы добиться своего. Вкусно поесть. Да. Консервированная кукуруза или там кусочек корма, кошачьего корма. То есть кусочек сыра. Фруктовый салатик. Но у нашей съемочной группы оказались только яблоки. Бинго – это любимый фрукт Василисы. Она все съела. Ходили за добавкой несколько раз, чтобы исполнить главную задачу – снять несколько роликов. Пока все крошечки не съест, видимо, не успокоится, да? Задача выполнена, роль свою Василиса блестяще исполнила. Значит, в новом году она принесет удачу всей творческой команде медиахолдинга «Тверской проспект». Собственно, об этом она сама и прохрюкала. И, конечно, в завершении поздравления от главного символа наступающего Нового года нашим любимым телезрителям. Громкий и добрый хрюк. Трижды.